В областном военном комиссариате торжественно открыли памятные стенды с фотографиями запорожских героев, погибших на поле боя. На мероприятии была и наша съемочная группа. До сегодняшнего дня в главном военном комиссариате области на стенах можно было найти фотографии ветеранов войны прошлых лет, военкомов, когда-либо возглавлявших комиссариат, стенды с политинформацией. Наконец, спустя два года военной агрессии, здесь появились фотографии тех, кто первыми пошел на защиту своей родины и, к сожалению, не вернулись. В узком коридоре собрались матери, жены и дети, родственники и сослуживцы запорожских парней, героев нашего времени. Все мы имеем паспорт, паспорт Украины. Один открывает его, смотрит туда. И смотрит, и думает, что я могу взять с Украины, что она мне дала. А другой открывает и думает, что я могу сделать еще для моей страны. Чем я могу быть полезен для нее. И это наши сыны. Это наши сыны. Наши, посмотрите, светлые лица, ясный взгляд. И их улыбки, их жизнерадостность, жизнелюбие. Они мечтали, они любили свою страну, они любили свой дом, они решили защитить его. Здесь их 119. Стенды уже оформлены и места на них больше нет. Остается надеяться, что список погибших в этой необъявленной войне не будет расти столь стремительно.